Всем привет! Сегодня у нас на обзоре, точнее у нас новая покупка. Снова фонарик. Пытаемся найти себе лучший, хороший. Фирма это Хамелеон, которая выпускает лампочки. Да-да, та самая. Мини стоимостью, как видим, 199 рублей. На самом деле мы взяли чуть-чуть дешевле. Была акция скидочка. Выпускается вот в таком блистере. Алюминиевый корпус, ударная, брелок для ключей. Здесь все подробно написано, что, где, как, почему. Меня единственное смущает дата изготовления. 12 месяц 19 года. Возможно, работать она не будет, так как батарейки в комплекте и пипец. Все-таки на дворе 21 год, поэтому, возможно, они просто умерли. Перейдем к внешнему виду. Здесь очень удобные крючки, цепочка, не знаю, как правильно назвать, фирма, лейбл. Но вот качество кнопки, посмотрите, просто ужасно. Диод, кстати, идет всего один. Разобрав фонарик, мы видим, что в комплекте уже идут батарейки, прокладка, благодаря которой фонарик не будет садиться, питание не будет тратиться. И крышечка. Крышечка непростая, а еще и с резиновой прокладкой. Вот за это вообще лайкос прям огромный. Давайте соберем. Кстати, батарейки, смотрите, как удобно лежат. То есть собрал. И все. И ничего там не вываливается. Ну что, наступает тот самый трогательный момент, когда надо проверить фонарик. Кстати, бьет уже намного лучше дешевого конкурента, который стоит меньше 100 рублей. Но этот и стоит практически в два раза. Дороже, около 200 рублей. Освещает, в принципе, я сказал бы, отлично. То есть для фонарика, брелка, это хороший брелок, фонарик. Так что, всем советую к покупке.